Всем привет, друзья! На связи Сергей Федотов. Сейчас я встану на весы, и в прямом эфире мы с вами посмотрим, что там происходит. Напомню, что в прошлый раз, 2 недели назад, я взвешивался, было 101, то есть 100 килограмм и 100 грамм, да? То сейчас, прошло 2 недели, сегодня 22 марта 2018 года, я встану на весы и посмотрим, что происходит сейчас. Кстати, это вот у нас погода, вот такая в Ростове погода, снег лежит, пасмурно. Какой-то день сурка. И сейчас, друзья, я стану на весы и глянем, что тут у меня получается. Девяносто восемь и 9 килограмм. Итак, как мы видели, 98,9 килограмм. Получается, психологически очень важный барьер в 100 килограмм пройден, и начинается, так сказать, новая эра отсчета. Итак, друзья, увидимся теперь через 2 недели. Сейчас я не помню, какое это будет число, но это будет четверг. Через 2 недели в четверг я выложу очередной свой пост, свое видео о том, как идет мой процесс похудения. Пока!